продолжает наш хит-парад Александр Рыбак. После победы на Евровидении его требования резко возросли. Что ж, артист может себе это позволить. В любом случае, пока он популярен, значит востребован. Певец со скрипкой в руках сегодня на 7-й строчке. Александр Рыбак и сам не заметил, как превратился в звезду европейского масштаба. Все это произошло так быстро и так неожиданно, что вскружило голову юному дарованию. Я стал гораздо больше как-то выражаться, ну, бровями там. Некоторым нравится, некоторым не нравится, а мне очень нравится все время показывать лицом, как я себя чувствую. Вполне себе скромный певец после первых гастролей резко изменил свои требования и привычки, а получив серьезные гонорары, Рыбак решил, что это далеко не предел. Сейчас триумфатор Евровидения считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов. Так что если вы решите пригласить юношу со скрипкой на свой праздник, запаситесь несколькими десятками тысяч долларов. Но все бы ничего, если бы требования Рыбака ограничивались баснословными суммами за выступление. Поражает своей сложностью и гастрольный райдер певца. Я чувствую, что в России вообще мои райдеры не любят. Помимо стандартного набора, который включает в себя лучшие гостиничные номера и шикарные автомобили, Александр требует особый набор продуктов питания. Кроме того, непременным пунктом является полное соблюдение тишины в гостинице, где он останавливается, так как звезде нужно собраться. Как всегда, я сначала чуть-чуть так полчаса поспал, и начал пробовать поспать. Второй артист даже сам смеется над своим суперзвездным райдером. Но при этом требования скромнее не становятся. Певца везде сопровождает целая свита помощников, среди которых не только шоу-балет, но и охранники, музыканты, а также техперсонал. Обычно в России же в команде 4-5 человек, а у меня 16. Что ж, эти звездные капризы позволяют Рыбаку оказаться в нашем списке самых избалованных звезд на 7-й строчке.